Всем привет! Выходной день. Я в июне заказала себе вот такой обед. Демьян. Разные цвета, разная начинка. Каждая штучка стоит 29 рублей. Народу мало, хоть и выходной день, видите, пусто. У меня там за спиной кухни есть закрытые вообще, но я их даже не показываю. Ну, в предыдущем видео вы видели, что я рассказывала о своей последней работе в химчистке. Естественно, не могла пройти мимо, посмотреть цены. Вспомнить былое. Ну, цены практически такие же, ну, только что, может, пуховик подороже. Но у нас есть всякая там система скидок. Хотя, кто его знает, может быть, за это время, уже, считай, полгода прошло, как я здесь. А там могли цены тоже подняться, я не знаю. Вообще, хорошая, удобная прачечная химчистка. Это в Икее. Так, ну что, давайте посмотрим, почем здесь мясо в Москве-то. О чем? Дорого, дешево. Смотрите-ка и сравните с вашими ценами, где вы там живете. Вообще упаковочки красивые. Все хорошо. Рассортировано, нарезано. Пленочкой обтянута. Видать, даже пустые места. Видимо, люди разбирают хорошо. Если цены вам не видать, я быстро прохожу, то остановите видео, посмотрите, почитайте. Потому что, ну, нет возможности прям около каждой цены останавливаться. В общем, мясо есть любое, конечно же, на выбор. Так, а здесь колбаска. Тоже всякая-всякая разная. Тут нарезка. Женщина нарезает. Чик-чик. Всякое разное, боже мой, как много. Ну, в принципе, у нас же тоже в Екатеринбурге стеллажи полностью, несколько рядов, и здесь также. Что хочешь, и по любой цене. Тоже цены тут видать кое-где, так что тоже остановите, посмотрите, сравните. И как вы считаете, дорого или дешево? Все для москвичей или как? Это она какая, видите, играет с мышкой. Знаете, у меня дилемма. Я не знаю, что мне приобрести в свою новую квартиру. Цветы на подоконник или же вот подобную кошку. С одной стороны, я не хочу шерсть. Мне нужна кошка такая, чтобы меньше линяла. Вот какие породы, ну, не линяют. Ну, я понимаю, там сфинксы, но они-то капризные, и за ними надо много ухаживать. А что-нибудь попроще. Тем более сфинксы, они же очень дорогие. Что попроще, чтобы не линяли. Но это первое. А второе, эти же кошки, они же цветы с подоконника скоперхнут просто, да, или там листочки объедят. Даже не знаю. Вот поэтому мне надо что-то одно из двух определиться. Или цветы, или кошка. Кот, скорее всего, кот. Я привыкла к котам.
Тут полно цветов на выбор. Что хочешь. Вот тут красивый такой фонтанчик. Я решила вам показать. А цветов действительно очень много, всяких разных. И тоже хотелось бы, конечно, поставить на подоконник что-то красивое. Но если я приобрету кота, ну, они, наверное, не подружатся. Тем более у меня же будет как бы низкий подоконник, и кот всегда будет прыгать на подоконник. Ну, я и не буду его выгонять. Там же солнышко, он хочет лечь, на солнышке погреться. Красивая. Во! Или, может быть, вот поставить вот такие вот кактусы с иголками. Но эти кактусы, наверное, вот привитые, да, один на другой. Не может быть таких кактусов. Так-то интересно, конечно. Вот. И вот кактусы с иголками, если поставить. Но опять же, я знаю, что кактусы в доме это не очень хорошо. Кактусы можно поставить около компьютера. Там, да, хорошо. Так, я в магазине «Твой дом». И смотрите, какое тут чудо. Какие раки. Как их много. Ну, вода, в общем-то, чистая. Я ела раков в деревне, в Южном. Ну, там мы сами ловили. Ну, не я, конечно, ловила, а мои родственники. Ловили, варили, кушали. Дорого, да? Тут они совсем малюсенькие. Хотя пишут средние. А вот, вы такое видели? Раки в рассоле. Какой-то трехлитровой или пятилитровой банки. Там напихано их много в сетке. А вот, вот смотрите. Раки в рассоле. Так, смотрим. Хочу показать. Жене принесли подарок с работы. Такие вот цветы, красивые розы. Красота. И конфеты. Но мы их уже начали. Уже попробовали. Всякие разные вкусняшки. Ну, может, ничего особенного, но все равно приятно, да? Два этажа. Такие конфетки. К чаю. Ну, самое главное, цветы. Смотрите, какие красивые. Создал же Бог такую красоту. Любоваться и любоваться. А это в магазине Хофф. Это я просто так сняла зеркала. Дочери нужно зеркало в прихожую. И вот я именно для нее сняла. Это я там. В общем, выбор большой, в принципе, может прийти и сама выбрать. Поздний вечер. Пора спать, укладываться. Смотрите, какой город за окном. Всего дня. Чему же я живу?